Господь проводил и проводит наше Отечество через испытания. Но, проходя через испытания, мы никогда за всю историю не разрушали самих себя. Мы всегда становились сильнее. И, выйдя из пламени Великой Отечественной войны, Отечество наше и народ наш обнаружил такую великую силу, что этой силой испугались многие. И вот весьма показательно, как закаляется характер народа, как укрепляются его силы, когда возникает необходимость, в том числе и жертвуя своими жизнями, защищать Родину. В основе вот всех этих поступков лежит героизм. Вообще-то необъяснимое с материалистической точки зрения явление. Вот если и есть какие-то неверующие люди, которые признают само явление героизма, то им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм. Как человек отдает самого себя, отдает свою жизнь, иногда жизнь своих самых родных и близких, во имя идеи. Во времена Великой Отечественной войны это была всеохватывающая народ наш идея спасения страны, защита Отечества. Ведь сама идея – это что-то, что в мыслях. Идею нельзя ни пощупать, ни потрогать, ни оценить материальными способами. Это то, что принадлежит нашему духу. И поэтому реализация таких героических идей, как защита Отечества, она в первую очередь осуществляется на уровне человеческого духа, души человеческой. Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека. Чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. –